Продолжение темы. Как известно, 5 ноября сельчане голосовали за кандидатов на пост акимов Бакиординского, Таскалинского и Картубинского районов. Сегодня на брифинге в областной территориальной избирательной комиссии сообщили, что выборы состоялись. Здесь же огласили итоги. Прошедшие выборы – это политические реформы в действии. По словам председателя областной территориальной избирательной комиссии Гайсы Капакова, условия для голосования были созданы максимально комфортные, а члены участковых избирательных комиссий на местах обучились на специальных курсах и тренингах. Выборы прошли на 63 участках, в списке избирателей было 28 897 человек. Приняли участие в голосовании 17 033 человека, это около 60%. На избирательных участках работал 451 наблюдатель от разных политических партий и общественных объединений. Всего было выдвинуто 9 кандидатур. По итогам выборов голоса избирателей определили победителей. В Бакиординском районе у нас участвовало 3 кандидата. 4666 человек голосовал за Домова. По Картубинскому району Муканов Ханат Муратович, Саинов Ермек Бекпулатович, Сюгалиб Кадыржан Урынбасалов. Здесь большое количество получил Сюгалиб Кадыржан Урынбасалов. Это 4329 голосов. По Таскалинскому району Нариков Мелис Аксагалиевич, Токжанов Бекжан Нурланович и Шакиров Талгат Аскарович. Здесь большое количество получил Шакиров Талгат Аскарович, 3138 человек.